микрофона. Куда делся? Целый день тебя ищем. Ну все, надо останавливаться, делать привал. Пообедать надо. Согрелся? Угощайся. Только хлеб, рыбу и мясо я не ем. Вегетарианец, что ли? Ну, вроде того. Много ли на Крайнем Севере ненцев-вегетарианцев? У жителей Ямала этот вопрос, как минимум, вызывает улыбку. Ведь представить себе ненцев, которые бы не ели мясо и рыбу, кажется просто невозможно. Эти продукты питания всегда были главным источником энергии для коренных северян. Хлеб, крупы, картофель, яйца, овощи. Что-то из этого списка может быть, а может не быть на столе у кочевников. Но блюда из мяса и рыбы, как правило, есть всегда. Рацион питания у северного народа, с одной стороны, очень скромный, с другой, довольно разнообразный. В это лето мы ездили по пескам, и меня поразило то, что женщины, жены рыбаков, готовят рыбу с таким разнообразием, то есть оно жарят с овощами, там варят, парят, даже запекают рыбу, то есть и в любых вариантах, то есть там мы пока за это время были, я насчитала около 20 блюд разных, то есть они не повторяются. Мастерски и почти безотходно разделывать рыбу, а потом готовить из нее различные вкусные блюда, умеют многие жены рыбаков. При обращении с острым ножом они аккуратны, не делают лишних движений, чешую снимают сначала острием ножа, а затем пучком зеленой травы, без использования воды. А трава она хорошо очищает, да? Свежая трава снимает грязь или что? Ну да, чешую, вот эту слизь все хорошо вот так вытерла и все. Болотный мох, сейчас его нарвем, вот он здесь, он чистый, самый чистый, как раз влажный. Если слишком влажный, вот так это делается. Движением одной руки. Раз, так как у нас мох влажный, сразу уже почистил нормально. И вторую сторону также делаем. Полностью вот так захватываем. У нас вся что рыба чистая. У малых детей прикорм начинается, допустим, со свежей ухи, измельченной филе рыбки туда крошится отварного, 6-7 месяцев, как появляются зубки. Ну, также и бульон тоже крошится, мясо мелко-мелко, тоже это первые прикормы. А еще используют обычно, дают ребенку косточки дичи, допустим, гуся или куропаточки, бедренная косточка, но чтобы она была обязательно с мясом. И еще очень такой питательный продукт для ребенка любимый – это брюшной плавничок с мясом. Он такой языкообразный, косточкой, и на нем мясо такое твердое, мышечное мясо. Ребенок держит за плавничок и обсасывает. Рыба рыбе рознь. Что лучше варить, что жарить, а что слегка подсолив употреблять в свежем или мороженом виде, в ненецких семьях знают отлично. Я сейчас вот рябушку приготовила, посолила, я ее потом через полчаса пожарю. Еще я вот приготовила вот такую рыбу, вот. Это я сейчас потом посолю. Посолю тоже, и это будет у меня просто сварю. Очень вкусная рыба, только что выловленная. Когда она еще хрусткая, когда еще кровь и течет по жилкам. А по вкусу рыба речная, рыба озерная различается? Различается. В этом году угостили мороженой озерной рыбы.
она намного сочнее, намного жирнее, и какой-то привкус такой яркий, сочный, рыбный, скажем так. Старики всегда говорили, что желательно чаще вылавливать рыбу с озера. И до головы тоже не должен отрез доходить, потому что вот эта часть примерно шириной 2 пальца должно оставаться, это на уху. Обычно большую, очень большую рыбу разделывает хозяин дома, глава семьи. От мелкой рыбы разделывают женщины, могут учиться дети. Разрез, который делали, ножик припустили внутрь рыбы, внутри приподнимается, вот смотрите, приподнимается. И одним движением ножа делаем эту часть. Сделали, и все, у нас филешка готова. Рыбы только за одно место нужно трогать. Где держали, я его держал вот на таком кончике. Должны отрезать, и съедается. И пробует. А эту часть ложим на тарелочку. Вот, вот этой частью руки касаемся, ножом приподнимаем. Можно вот так подержать и разговаривать, пока кусок рыбы не доешь. А потом уже ложится, можно вот так вот, полукругом. Конечно, мы в первую очередь отдаем предпочтение рыбу, мясу, сыроедение, мороженое, рыба, сырая рыба, особенно только выловленная, сырое мясо, вот только что забитого оленя. Я сама с удовольствием могу и крови попить немного, и сырого мяса, вот парного прямо с этого забитого оленя поесть. О, кровь не пить. Я здоровье. Они едят сырое мясо и пьют свежую кровь. Уже много столетий этот факт повергает в ужас многих цивилизованных людей. Северян называют варварами, сравнивают с вампирами, оборотнями и вурдалаками. И хотя плоть убиенных животных в нашем обществе едят почти все, именно сырое мясо немцам простить не могут. Во всем виде оленина хороша. И в сыром, вот только что мясо, которое только-только забили, которое оно еще имеет сладковатый такой вкус. Но его много не съешь, конечно, там только чуть-чуть смакуем обычно. Всем ведь понятно, в сыром продукте больше ведь сохраняется витамином. Они разрушаются, белки там остаются. В крови самой содержатся, видимо, те витамины, которые нужны организму человека, который проживает, например, в тундре, да, потому что не хватает. В некоторых книгах и интернет-источниках встречается информация о том, что предки современных немцев якобы ели не только мясо животных, но и употребляли в пищу себе подобных. Иными словами, занимались людоедством, за что и получили название самоеды. Правдивы ли эти утверждения? Вопрос спорный. Тот же Кушелевский начал писать о том, что люди приносят в жертву друг друга. Естественно, такого у него даже зарисовки такие были, можете эту книгу даже посмотреть, 1800 какого-то года. Зарисовок там 12 картин есть, где показывается, что в жертву старика приносят и молодую девушку самую полную. А вот, и с этого началась вот эта история, что люди, когда начали самоед, значит, едят друг друга. На самом деле это не так. Дело в том, что слово самоед первый путешественник употребил, потому что увидел, как пьют кровь оленью. То есть это было в дикости, казалось, что это ненормально. Ученые и врачи отмечают, сыроедение для немцев – это не забава, не игра и не привычка, а естественная потребность организма, выработанная веками на генном уровне. Бывает, что прям до жути хочется. Вот бывает потребность у беременных, там хочется этого. А бывает, что у человека, вот если он кушал всю жизнь кровь, да, то ему этой крови хочется. Мы уже знаем, что осенью, в сентябре должна быть ряпушка. А когда ее долго нет, уже чего-то не хватает в организме. Вот. В октябре должна быть уже строганина. Сейчас вот в данный момент задержалась забойка. Уже вот мы ходим, ездим, ищем, где бы купить мясо. Молодой шаман Кирилл Тесида, у которого, как он сам утверждает, несколько лет назад открылся дар к лечению людей, нередко тоже чувствует жажду крови. Иногда русского лечишь, да, бывает мне так, что хочешь яблоки, помидоры поесть, да. Когда принимаешь немца, тебе хочется пить кровь, полный тазик, может, еще больше. Он после аварии в основном не ел сырое мясо,
А когда вот начали лечить вот этих тоненцев, когда мы уже третий раз, четвертый раз поедем по Атавской тундре, он начал пить кровь. Оленец обиваем, и он пьет кровь. То, что у ненецкого народа существуют особые предпочтения в еде, подтверждают и многочисленные научные исследования. Специалисты Новосибирского института цитологии и генетики уже несколько лет приезжают в Тазовский район для того, чтобы изучить и оценить особенности организма людей, живущих в условиях Крайнего Севера. Здесь такая живет компактная группа ненцев, очень интересная сама по себе, потому что традиционный образ жизни сохранен. Они едят много мяса, много жира, то есть у них белково-липидный тип питания, это полярный метаболический тип. Так и надо питаться. Вот как они питаются, им ни в коем случае структуру менять нельзя, потому что у них уже гены к этому приспособлены. Структуру питания менять нельзя, но приходится. Дети тундровиков, которые в 6-7 лет приезжают учиться в поселковые школы-интернаты, просто вынуждены переходить на непривычные для их организма продукты. Очень страдают современные дети, особенно малыши, которые в тундре рождаются здоровыми, до 6 лет они на свежем воздухе, подвижный образ жизни. Переходом жизни в интернат у них начинаются проблемы. Их кормят несколько раз в день. В меню и первое, и второе. На десерт сладости, соки, фрукты. Любой среднестатистический россиянин мог бы позавидовать, но для ненецких ребятишек это порой совсем не то, что они хотели бы получить. В тундре они едят свою пищу. Ну а вот приезжая в интернат, естественно, все меняется. Вроде как мы хотим, чтобы витамины, да, углеводы, вот это все, но вот они вот не ели вот это все 7 лет, да, и тут вот ешьте, ешьте, но они вот через не хотя толкают это, потом оно сказывается на здоровье, животики начинают у нас болеть, сыпь, мне говорят, что хотят ненецкую еду, я хотят они вареного мяса, нам бы сейчас оленину. Нам бы сейчас рыбки замороженные, строганинки. До недавнего времени в меню школ-интернатов включались национальные блюда. В определенные дни дети получали именно те продукты, которыми они питались, живя с родителями в тундре. Несколько лет назад такие дни отменили. Когда мы в свое время даже в интернате воспитывались, то нам раз в неделю давали рыбу замороженную. То есть детям давали, что это их пища, которая им нужна. По практике я припоминаю, что они именно вот этого дня, это, по-моему, пятницу, они именно этого дня дети ждали. Так, сегодня, Александровна, пятница, сегодня мы будем есть я или мясо, оленину. У каждой национальности свои предпочтения в еде. Кто-то любит острую пищу, кто-то соленую или пресную. Поэтому то, что русскому хорошо, не всегда вкусно для ненца. Я вам точно могу сказать, что ненцы в большинстве своем молоко не пьют. Потому что его и не было. Молоко, вот некоторые до сих пор желудок не переносит вот это. Я помню, когда я учился в интернате, у нас всегда на завтрак давали молочные продукты. Это молочные каши, там сыры, какао. Но для нас это сложно выпить какао. Это равносильно тому, что для вас выпить кровь. Вот. Сметана, мед, там, такие продукты. То есть для нас это было совсем дикостью. Мы это все выбрасывали, никто это не ел. Я даже помню, истории рассказывали, что выкидывали, привезли киви. И говорят, ой, это волосатая картошка. Ну и выкинули. То есть вот такие фрукты, яблоки выкидывали. То есть для них это казалось таким диким, и вот этот вкус был непривычный. Пересолили, недосолили, дали слишком кислое, чрезмерно горькое, чересчур сладкое. Такие отзывы звучат снова и снова. Как тут не вспомнишь старую добрую поговорку: на вкус и цвет товарищей нет. У нас всегда был очень вот прям сильно-сильно сладкий чай. Это вот нам не нравилось. И еще мы же в тундре привыкли пить чай прям сильно горячим, а он уже был всегда остывший. Это у нас очень часто встречается, либо чересчур пересолено, либо соли нет, чересчур кислое. По мне это невозможно есть, но дети едят. Раньше же не было соли как таковой, то есть ее, она появилась чуть позже в больших количествах, а раньше комковая соль была вот эта большая, ее надо было. И даже вот мне бабушка рассказывала, что они соль старались беречь, то, что сушили, они не солили.
как бы мы в тундре едим соли, но, наверное, все-таки не так. То есть, допустим, да, вот на охоте рыбу разделал, там же никогда ты же соль с собой не таскаешь. То есть, в большей как бы, степени мы некоторые продукты просто едим без соли. Я считаю, что необходимо учитывать национально-региональный компонент, то есть давать те блюда, на которых вырос человек. Вспоминая себя в юности и осознавая потребность школьников в национальной пище, некоторые педагоги из числа коренных малочисленных народов Севера как могут стараются помочь детям своего народа. Но выходы, которые они находят в сложившейся ситуации, оптимальными не назовешь. В субботу у нас ненецкий день. Мы в этот день разговариваем чисто на ненецком. Мы накрываем стол. Я стараюсь им принести вареное мясо или там строганинки где-то вот в выходных. Собираемся, накрываем стол, пьем чай. Это получается, вы за свой счет, что ли, покупаете? Ну, естественно, я сама. А приходится, а куда деваться? Я сама через это прошла. Какие блюда хотели бы видеть на столе ненецкие дети, узнать совсем несложно. О том, что они любят и чего ждут, достаточно спросить у них самих. У меня тут есть олени. Нам, когда пап придут, олени и рыбу привезут, мясо. Какие блюда любимые у вас? Рыба. У меня рыба. Углеводы к ним пришли поздно. Все углеводы они получали только вот из мяса, из рыбы, а там же мало. А сейчас, конечно, вот пошла эта углеводная нагрузка, которая меняет обмен веществ. Вы, наверное, заметили, что много тучных ненцев стало ввиду того, что геномодифицированные продукты, переработка химикатами и настолько, видимо, это разрушительно подействовало на коренных жителей, что нарушается, конечно, обмен веществ. Большой бедой для ненецкого народа стала алкоголизация населения. Согласно проводимым в разное время исследованиям, коренные северяне сильно подвержены влиянию алкоголя, а потому быстро спиваются. Вот вы знаете, столько много у ненцев полезных, прекрасных качеств. Все врачи, все хирурги, и мы тоже это замечали, у них великолепно заживают раны. У них великолепная реакция вообще на лекарства типа пенициллинов. То есть у них очень мало гнойных заболеваний. То есть устойчивость такая к бактериальным каким-то инфекциям. Но единственная проблема, я бы сказала, это алкоголь. У них действительно на самом деле нет устойчивости к алкоголю именно потому, что у них раньше было очень мало углеводов в пище. По информации, которая встречается в книгах, знакомство ненцев с алкоголем произошло несколько веков назад, когда на территории нынешнего Ямала пришлые люди стали устраивать ярмарки. На больших ярмарках, которые там в Дорске проходили, березовые, продавали огненную воду. Называлась она «Огненная вода». Много-много покупали, некоторые даже продавали свои, то есть все, что у них последнее есть, чтобы купить эту водку. Бабушка моя говорила, что в душах пьющих людей поселяется сущность. И сущность эту называла она шаркынглика, дословно как черта алкоголь или чудище. И порой эта сущность доводила человека до какого-то греха, до преступления, или она могла целиком завладеть этим человеком. Если человек долго пьет, то он видит белую бабушку, да. Это тоже знаю. Что это значит? Ну, белая бабушка – это пробуждение, это смерть. А белая бабушка говорит, что это человек, чтобы остановился пить. Выпиваешь сам или нет? Не, мне нельзя выпивать. Просто положено, просто понюхал и все, дальше передал. Говоря о злоупотреблении спиртным, коренные жители Севера имеют в виду прежде всего поселковый алкоголизм и отмечают, что в тундре ненцы почти не пьют. Вот алкоголь, он редко бывает в тундре. Даже есть такое поверье, если человек в семье пьет, то и хозяйство не будет. То есть и стадо растеряется, и даже если это рыбак, то рыбы у него никогда не будет. Если заглянуть сейчас в тундру, вот поехать в Гыданскую тундру, Антипутинский, очень многие не употребляют водку. И у нас вот здесь, в Тазовской тундре, есть такие фамилии, вот, которые вот, редко-редко вот, употребляют.
Что больше любят ненцы, мясо оленя или рыбу? Ответ на этот вопрос у каждой семьи свой, но обычно отвечают и то, и другое. Мне кажется, это, наверное, зависит, кто есть кто. То есть, если это рыбак, для него рыба главное блюдо, а если это оленевод, то мясо имеет большее значение. Помимо рыбы и мяса оленя, в рацион питания ненцев всегда входило мясо диких животных, а также ягоды дикоросы. Особое внимание коренные северяне всегда уделяли и лекарственным растениям. Впрочем, это уже совсем другая история. Помнишь, там же раньше рыбы много было и крупнее было. А сейчас река обмелела, рыбы все меньше и меньше. Ну что ты, не надумал? Попробуй. Ай, давайте. Угощайся. И хлеба. Благодарю.